Aldi Mix Stock, четвертый пакет, 25 килограмм. S 38, размер европейский, переводя на наш размер, надо прибавлять 6. 38 L 36 кран. Очень классно. Очень-очень прям здоровская. Так, я не знаю, что это такое. S. Восемь, 164 ростовка, S, комплект такой классный. Размер сейчас скажу. S. М. Сорок четыре. Сорок два. М. 40. Тридцать восемь. S. 3 штук. Размерный ряд идет L.
L. Сорок два. L. S. Сорок два. L. M. Тридцать восемь, пятьдесят, S. Excel. Yes. M. 75C. L. 75C. Восемьдесят Б. Теперь переходим к упакованным вещам. Размер М танковка длинным рукавом. Шарфик размер 70 на 160, такого цвета. Там, так, танковка, да, как раз она такого же цвета, как и на рисунке. Тоже шарфик 70 на 160, темного цвета. Колготки 40 на 42, 42-44. Потом идет майка размер М. Тут их две, то есть черного, соответственно, и синего цвета. И штаны вот такие, размер XL. Приятный материал, легкий. Размер М. У нас получается танковка тоже. Бриджи белого цвета, не слишком тонкие, но и не толстые, размер 44, размер М, топик размер, а нет, извиняюсь, штаны или бриджи, можно так назвать их, шорты. Размер 36. Джинсы размер 38. Женские. Размер 38. Это у нас
Это у нас мужские брюки. Размер 38. Майка размер L. S. Футболка женская. Рубашка размер 40, размер XL. Рубашка с длинным рукавом, но можно еще сделать универсальную. То есть как и длинный, так и короткий рукав. Размер M футболка. Также две футболки с коротким рукавом. Размер 52-54 женские. Размер M. Это у нас тоже футболка такая с блестяшками идет. Идет. S размер. Так, это у нас штаны. То есть чисто, чисто штаны размера S. Размер M. Это у нас такая олимпийка. Легкая довольно-таки. Брюки размер 56. Брюки размер 50. Или, как сказать, джинсовые шорты, наверное, лучше, да? 46. Это у нас блузка. Такая черного цвета. Интересная футболка размера S. Очень классная. То есть она выглядит вот так. То есть абсолютно так. Это все футболка. Очень красиво. Размер L. Это у нас платье. Тоже довольно-таки интересное. Брюки. Так, тонковка мужская, размер M. Такая легкая. Футболка спортивная, женская, 38. 52 это у нас брюки с карманами боковыми. Размер M. Это у нас кофта. Такой вот прикольный рюкзак, классный, кстати, очень. Размер L, у нас тоже джемпер, такой легкий. M, S, блузка женская. Размер M. Мужская рубашка с длинным рукавом, размер L. XL и M.